До зимы меньше месяца. Подготовка к холодам сейчас на первом месте. Дорожные службы должны быть готовы к содержанию дворовых и общественных территорий даже при обильных снегопадах, подчеркнул глава муниципалитета. Тема для нас уже сверхактуальна. Сегодня ночью была погода минусовой. В целом мы понимаем, что ближайшие время будут заморозки, и уверен, что и до снега, снегопадов уже тоже совсем недалеко. Здесь нам важно иметь не только ресурсы, которые позволяют нам в ежедневном режиме убирать и увозить снег, но и иметь серьезный запас, в первую очередь, по людям и по технике, на тот случай, если повторятся события двухлетней давности. Мы все помним с вами зиму 2018 года, когда были практически каждый день аномальные снегопады. Борьба с образованием несанкционированных свалок мусора – еще один важный пункт повестки дня. Фотофиксаторы должны значительно облегчить эту задачу, считает глава округа. Данные с устройств будут направляться в Центр управления регионом и передаваться в прокуратуру. У нас серьезным подспорьем в этой работе должна стать установка фотоловушек. Это та тема, которая звучала на заседании правительства в этот понедельник. Насколько я знаю, у нас уже закуплено 20 фотоловушек, и мы их уже буквально сегодня, максимум завтра, расставим по всем точкам, где за последнее время были выявлены такие несанкционированные свалки. Особое внимание обращениям граждан в соцсетях и на сайте Добродел. Жалобы жителя улицы Почтовой рассмотрели незамедлительно. В ситуации разбирались на месте. Данный раскоп был произведен для того, чтобы устранить аварии на теплосети. Это теплосеть магистральная, которая идет на весь микрорайон. От нее сделан вот на этот дом. И вот на этом доме от старости сгнил. Соответственно, когда начали подавать давление дополнительное, переходить с режима на режим, у нас сейчас отопительный сезон начался, данный прорыв был обнаружен. Вот, соответственно, он оказался с нижней стороны трубы под магистралью. И для того, чтобы обеспечить надежность, было принято решение о перекладке участка трубы, и труба была поднята из-под магистрали наверх. Установление холодной погоды и отвердение почвы – наиболее подходящий период для завершения работ. Как только поступят необходимые материалы, участок за несколько дней приведут в порядок, обещают специалисты. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».